Цветочный эксклюзив. В Гродно появились живые зеленые стенки. Эти арт-объекты стали трогательным украшением памятных мест города. Вечного огня в парке Жилибера и площадки возле Кургана Славы. Цветочное панно в центре Гродно представляет собой стенку площадью более 4 квадратных метров. Ее лицевая сторона украшена петуниями разных цветов – красные, белые и карминные. Оборотная сторона порадует глаз изящной композицией из лиственных комнатных растений, прекрасно переносящих все капризы погоды. На создание такой зеленой стенки использовано более 1500 растений. Для Беларуси такие зеленые стенки – это ноу-хау. Год назад мы испробовали такую стенку на конкурсе цветников и уже решили, всем очень понравилось, поэтому решили, что в городе Гродно обязательно нужно установить такие стенки, плюс с элементами тематических каких-то праздников. Такая стенка установлена в районе Кургана. В ней выставлено более 500 растений, и она посвящена 75-летию Победы. Если эта цветочная идея приживется в прямом смысле слова, то в перспективе такие зеленые стенки будут появляться в преддверии других праздников, соответствующими тематике надписями. И это станет не только еще одной оригинальной фотозоной для горожан, но и изюминкой Гродно.